Приветствую всех у себя на канале. Сегодня у нас на обзоре ВАЗ-2102 в масштабе 1 к 43, модели номерные обе. Идут они под номером А11. Зеленая у нас в идеальном состоянии, я ее сам покупал. Это середина 80-х, но отдельно поговорим. Вот этого такого кирпичного цвета, это она мне досталась, это перекрас, она чуть более ранняя. Но по годам у них разница не сильная. Вот, что еще можно сказать. Заострим внимание на корме. Какие были отличия? Значит, смотрите, корма у них, в принципе, у этих моделей одинаковые, которые у меня. Вот у них уже боковое крепление стекла. У более ранних был верх и низ, оно крепилось. То есть вот это, когда слева и справа, это уже более поздние. Справа-слева. Вот эта вот птичка, подсветка номерного знака, более утонченная была у ранних. Вот этих щелей не было. Ну, то есть, в принципе, тут единственное, что левая, она более хорошо сохранившаяся. Так корма в одинаковом состоянии. Вот на что стоит обратить внимание, это на надписи с внутренней стороны багажника. Сейчас мы их попробуем все-таки увидеть, эти надписи. Вот. Смотрите, тут у нас должна быть буква Д, если не ошибаюсь. Она очень так плохо видна. Ну вот, поймал я ее вроде. Да. Это она более ранняя. Вот эта модель вишневая у нас получается где-то 82-й, 83-й. А вот на этой модели уже не просто буква, а сейчас я его попробую еще чуть-чуть сильнее приоткрыть багажник. Главное не отломать. Ну вот, ВАЗ-2102. И буква уже другая. Н, что ли. Потом внимательно. Надо будет самому посмотреть. Так вот она закрашена. Сейчас под разным углом попытаемся поймать. Ну да, Н. Смотрите, капоты, так называемое трехточное уже крепление, насколько мне известно. У первых было трехточечное, у самых, по-моему, в начале 75-го года. Потом было двухточечное, где-то до конца 80-х. И потом опять пошло трехточечное. Ну вот, у номерных еще так называемые усики должны быть перед капотом. Крепление со стороны двигателя. Сейчас мы это снизу увидим. Вот мы видим низ модели, уже вот болт торчит. Потом у самых поздних безномерных уже винт сразу снизу стал ставиться. Конечно, это облегчает разборку, сборку автомобиля. Модели обе номерные, но уже обе с Made in. У обоих моделей нижний уголок двери, и у левой, и у правой, закругленный. У более ранних, у самых первых, он был квадратный, это бросалось. По геометрии вот видна нижняя задняя форточка на задней двери, она как-то на самом деле гораздо больше, чем была. Вот здесь сделано, зачем-то ее очень широкую сделали. Ручки потом стали вот дверей более такие квадратные. Колпаки у нас на колесах правильные стоят, жигулевские, хотя встречались
Часто путали. На москвичи стали жигулевские, на жигули москвичевские. Это тоже встречалось, как бы. Это не обязательно признак, что машину собрали сами. Что должно быть обязательно, это вот подкрашен маскотик, эмблемка у номерной модели. Ну вот левая у нас в неродной коробке, вишневая, точнее. А вот зелененькая, я ее покупал сам лично. Вот хорошо видно, что февраль. Вроде бы и четко виден год, но это где-то середина 80-х, может даже чуть-чуть там 84-й, 85-й. А вишневая на год, два, три ранее, как мне кажется. Ну вот февраль, какой год, 1900, там, не знаю. Ну, трудно, не хочу предположения свои выдвигать. Давайте посмотрим еще, как модели выглядят в коробках. Коробки одинаковые, ВАЗ-2101 и 02. Я уже об этом говорил. Все, до новых встреч, всем спасибо. До новых обзоров.